Ютуб, всем привет! У нас тут продолжение прохождения, значит, джедаев. Мы смогли зайти в игру в какой-то веке. Вот, так что идемте дальше страдать в этой великолепной игре. Да, мы ее проходили как раз перед моим отъездом. Так, блин, может пойти кофту теплую надеть? Чё-то холодно вообще, жопка. Мне показалось, что недоступно, а потом пустило. У меня то же самое. Почему ты так прекрасно? Это у меня родители постарались. Так, я сейчас приду. Я, наверное, что-нибудь пойду тепленькое надену. У меня вообще мне холодно, не могу. Не могу, не могу прям. Так, продолжить. Продолжить. Что, в Москве холодно, что ли? Да, холодно. А у вас что, не холодно? Так, о, точно, мы в прошлые разы там куда-то телепортировались, я вспомнила. Сейчас буду. Или сколько времени потратила на Рагнарёк? Ты про God of War или про что? Так, я тут, блин, холодно как. Мазилыч, ты мне там язык суёшь свой. Помнишь про Alt и Пук Джамп? Я помню Alt, а Пук Джамп не помню. Мне кажется, у нас он не так назывался, не? У нас тепло, вчера плюс 26 было, сегодня плюс 24, везет вам. У меня, я не знаю, у меня в Новгороде было прохладно, и здесь тоже прохладно. Вот. Достаточно сыренько, вот, то дожди идут, то солнышко, короче, непонятно, перепады такие в температуре. Вот, привет, Алёшка. Так. 6 носки забыла одеть, да что ж такое? Хочу и показываю. У тебя показывалка выросла? Хочет он и показывает. Так. О, господи, я подумала, крыса пробежала. Чего ты? Это что? Тут что-то просканировать где-то надо? Я не понимаю, вроде же все тут уже были. Ассасин? Ассасин Рагнарёк? А он разве так назывался? Не, я не допрошла ассасина. Все хочу, но как-то ручки не доходят. Я слишком деловая женщина. А что-то они бегут, даже не разговаривают друг с другом. Прикол такой. Так, нам нужно выбраться с этой планеты, насколько я помню, да? Так, там что-то, кстати, еще впереди. Подожди, давайте сохранимся. Браузер обещает похолодание до +5 и переменная облачность у меня в регионе. Это везде такое. Вот. Ну, не знаю насчет везде, но во многих частях и России, и Украины. Вот. И типа везде такие типа переменчивость непонятная. И вплоть до конца мая такое будет. Вот. А лето типа до сих пор непонятно, какое будет. Жарким или не жарким. Вот сюда надо сходить, я сюда так и не сходила. А где у нас? Нам, получается, нужно направо, да? Ой, сейчас чихну. Так, где мой меч? Угу. А, ну и ладно, проходите, я не буду с вами драться. Спасибо, чат, большое спасибо. Все DLC Вальгалы говно люто. По прохождениям на ютубе все категорически не зашло. Ну, не знаю. Мне нравится. Я помню, как мы сидели, заморачивались, чтобы Кромик мне купил DLC это. А прапор ему потом отдавал, короче. Ну, потому что он тоже играл в это, ему тоже было нужно. Вот. И прапор ему отдавал стоимость DLC подарочными савками. Ой, такой кек вообще. Извините, ребят, что-то я сегодня расклеиваюсь, вообще не могу понять, что за фигня. Ничего, я приду в норму.
Мне больше понравился Флаг и Одиссея. Я, кстати, не играла в Одиссею. Ну, я вообще, кстати, вот я вообще не играла практически ни в какой, кроме, наверное, первого-второго, потому что у меня всегда была проблема. Я не могла запустить на всех своих последних компьютерах этот Assassin's Creed. И когда я узнала, как его запустить, я, конечно, долго смеялась. Короче, у меня Assassin's Creed запускаются только если я устанавливаю его на диск C. И запускаю от имени администратора лаунчер этих... Чей там лаунчер, напомните мне? Там же не яшники, да? Там... Блин, забыла, как они... Ubisoft. Вот, Ubisoft-овский лаунчер. Вот. Но потом вроде я смогла, ну, установить на другой диск. Оно мне все равно не запускалось. Я запускала игру от имени администратора, оно не работало. И только после того, как я вот лаунчер Ubisoft-овский запустила от имени администратора, у меня все запустилось. Короче, такой кек был вообще. То есть я, по сути, не проходила никакой из ассасинов из-за того, что не могла это... Нифига там сделать. Блин, прошу прощения еще раз. Так, давайте на вот этих поедем, а. Бежать так 3 года будем. Ты просто красавчик, брат. Молодец, брат. Ты можешь в любой момент пройти любой, допустим, у тебя... Что? Ты можешь в любой момент пройти любой. Доступ к ним у тебя есть. А, поняла. Тут, кстати, вот какой-то проход наверху есть. Ну-ка, давайте посмотрим. Водичка, ваше здоровье. Рот дырявый, блин. Так, а почему у меня игра так опять сворачивается? Она у меня опять на фуллскрин, что ли? Так, а что я хотела? Что я хотела? А, посмотреть, засчиталось ли. Фоллоу прожимает, у того пися подрастает. Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Да, засчиталось, супер. Надо будет, кстати, в скором времени Black Flag пройти. А ты что, не проходил или ты повторно хочешь? Так, ну я же слезла с него, лол. Что за фигня? Спасибо. Вы друг мастера Джунды. Моя благодарность. На твоем месте я бы не путешествовала днем. Присутствие империи выросло. Мудрый совет. Я у вас в долгу. Так. А как мне вот сюда и подняться? Непонятно, да? Как-нибудь. Например, вот сюда. Ага. Хорош. Так, вот сюда вроде надо. Женщина, ты можешь так не телепортироваться? Я пугаюсь. А? И как мне вы прикажете залезать наверх? А, вот так? Хорошо. Угу. Так, а как теперь я должна перепрыгнуть? Блин, короче, мне... А, подожди, у меня же есть дэш. У меня же есть дэш теперь, ебой. Так, а как мне теперь? Мне надо наверх как-то, да? А как? Ты про дэш забыла? Да. Я забыла про дэш.
Тихо-тихо, ты главное не падай в самую жопу, окей? Чуть я не понимаю. О, Зио! Вы кто? Комната? Комнату не путькают. Так, вы кто? Я не знал, что есть нарки, которые ведут разведку. Их нет, и я не разведываю. Оставьте меня в покое. Очень хорошо. О том, что сверлят соседи. Так, а что же за дверь? Тут явно можно зайти сюда, нет? Так, вот этот пирожочек куда-то может меня отвести. А куда? Почему, кстати, эта дверь показана зеленым? Но я не могу ее открыть. Это, ну, нормально? Как убрать все маяки? Открыть тропу. Ну... Я не вдупляю, если честно. Это мадам, это та, кого освободили из бака с водой еще в трейлере игры? Нет. Это та, которая... это... Та, которая... Мы с ней дрались в первой части вроде как. И она встала на нашу сторону. Или мы с ней помирились. Ну, короче, что-то там такое было. А та, которая с бака с воды, это не которая, а который. Это джедай, типа, тысячелетний там какой-то. Вот. Он давным-давно. Просто вот у него цвет кожи какой-то девочки, они похожи. Вот. Я пропук прыжок и говорил. Да, я поняла, я просто не помню, как он называется. И мы что говорили про, как, про то, как он называется. Блин, я не понимаю, куда он меня поведет. И почему вот это закрыто? Ладно, так, куда? Я думала, это край карты, не? Ой! Вообще-то да. Лол. Вообще-то это край карты. Сейчас мы проверим тут все, окей, привет, Овнат. Так, идем сюда. Нос, ну я же уже выпила таблетку, я уже пшикнула в нос. Пожалуйста, перестань, отстань, но мне надо стримить. Мне играть надо нормально, а не в носу ковыряться. Капец какой-то чат. Так, гробница путеводителя. Зашибись, это то, что я искала. Сканировать. Друзья мои, я не доживу до того, чтобы увидеть все эти чудеса пустыни. Но меня утешает мысль, что ты можешь продолжить этот путь вместо меня. Ведь Джедха всего лишь созвездие в целой галактике тайн. Все? Ну, все так все. Короче, надо возвращаться на корабль. Тут пока ничего не понятно еще. Как я, правда, сейчас буду спускаться, вот это поворот. Так, а куда мне надо?
Мне нужно просто вот туда и прямо, да? Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Блин, так и хочется, знаете, как в этом... В Horizon прыгнуть и с этой штукой полететь. Но тут такого нету, блин. Блин, а почему джедаи не пользуются ранцами? Вот у меня вопрос. Здесь ранцами пользуются все, кому не лень. Но не джедаи. Что, придется драться с вами, да? Anyway. Ну да. Потому что они не хотят быть сранцами? Может быть, да. А может быть и нет. Да блин, перекроты-то! Блин, я забыла, что у меня меч длинный. Да ну! Как там хилится? Да я же блок поставила. Не понимаю. Сейчас, ребят, я вспомню, как играть, окей? Да хватит! Да ну, серьезно? Вы видели, она за мной, что ли, это притягивалась? Идет к имиджу. А чё у них за имидж такой? Так, я вот хочу вот сюда еще сгонять. Тут какой-то остров, на котором я не была, да? Вроде как. Или была? Непонятно, была или не была. Ну, давайте попробуем. Ну, ты чего не прыгаешь? Ой, слушайте, в кофте хотя бы отогрелась. Жесть. Это приятненько. Подождите, а вот... Окей, вот это есть, а вот этого нету? Вот этого нету. Понял, принял. Я не дотягиваюсь своей силой. Так. Пока. А, ну нормально. И так сойдет. Блин, вспомнить бы еще, как драться на самом деле. Я помню, мы когда заканчивали в прошлый раз, я так дралась офигенно, там, типа, делала всякие там финтиклюшки и все забыла.
Добро пожаловать, путник. Когда найдешь путь, следуй ему. Все, что я могу сказать, чат. Ну, мана. Так, активировать. Зи-зи-зи-бип. Зи-зи-зи-бип. Бип-бип-зи-зи. Зи-зи-зи-бип. Осторожно, рядом есть опасность. Что он даже не заметил нас. Странно. Богиня Инари, привет. Сколько уже пройдено? Ой, да если б я еще знала. Мы прошли, короче, Джетху практически, плюс-минус. Вот, сейчас будем возвращаться обратно. Вот, мы зафармили Луну, зафармили Джетху. Но я так понимаю, нам все равно еще сюда возвращаться, потому что мне так и недоступно летание по всяким этим воздушным штукам. Ой, извините, пожалуйста. Что-то странно, тут что-то надо будет делать, что ли? Тут типа надо как-то наверх еще. Ладно, может, я что-то не заметила. Пойдем сходим. Так, есть вот... А, вот это, понял. Ты что делаешь, дурак? Тихо-тихо-тихо, успокойся. Все, они мертвы. Так, приобретено очко. Очко это прекрасно, но у меня хилок нифига нет. Так. Ай-яй-яй, больно как! Слушайте, а чё я дамага почти не наношу? Спасибо за фоллоу. Странно. Ну ладно. Что-то блок не сработал. Так, Security Droid Enforcer. Ага, а что у нас тут? Эхо. А, Луна Пилигрима. Они перестают меня удивлять и восхищать. Те, кто почитал, пользователи силы явно строили эти испытания. Но с какой целью, интересно? Чудо Кордовы, что? Я не понимаю. Чат, вы понимаете? Я лично не понимаю. И типа опять куда-то надо лететь на этом чуваке, а я не понимаю куда. Ну, допустим. Сказать, сколько уже прошли, давай. Для джедаев главная подвижность, а с ранцем на плечах это довольно сложно. Видимо, делать так, как он весил 30 килограмм, возможно, да. Так, давайте похиляемся. Потратим наше очко. Так, отдых. Так, а могу ли я потратить очко? Так, вот это мне все не надо. Вот, кроссгард, тоже 2 очка надо, да? Так, концентрация джедаев. Максимальная сила Кэла увеличена. Телекинез, вырывающаяся тяга. Окей, так, за... Блин, а я так и не пользуюсь, короче, замешательством. Я даже забыла, как его использовать. Вот это прикол.
Так, стойкость, сфокусированное зрение. Во, мне вот это нужно. Короче, мне еще одно очко надо. Так, обучение, перки. Перки ж вроде ничего тут у нас нету нового, да? Вроде да, двое стоит, окей. Так. Ready? Yeah, let's go. Ready, steady. Так, нам же сюда же, точно? Да. А нось мой тесится. А нось мой тесится. Так, Мэрин встретится с вами на базе. Да ладно, мне-то чё? Мастер Джунда рассказал нам о вашем приходе. Это честь встретить того, как кого он так высоко ценит. Могу я вас проводить? Я никогда раньше не встречала ведьм, и у меня так много вопросов. Ведьма это типа вон эта писька, которая с нами, да? Так, вот что вот это? Тут какой-то сейф. Его явно можно открыть, да? Походу. Походу. Ну ладно. Больше половины прошли, да? Угу, понял. Вау! Что было? Так, куда мне идти? Вниз. Склепала зевать. Да, я была уверена, что мне сюда. Так, а если мне не сюда, то куда? Report, докладывайте, сестра. Мы заметили еще два патруля на хребте. Каким был их курс? Назад на юг. Они едва разминулись с одним из наших тайников. Песчаная буря благоволила нам. Вероятно, она скрыла любые признаки прохода. Отметь горизонт. Свяжись со мной, если они вернутся. Да, брат. Я с тобой зеваю-зеваю, начинаю засыпать. Извините, пожалуйста, серьезно. Я не специально. Я вроде выспалась. Почему я зеваю? Я не понимаю. Старые спидербайки. Они разве так назывались? Мне кажется, они по-другому назывались. Так не говорите, что мы сможем на таких ездить. Блин, было бы круто. Кислорода не хватает, надо проветрить. Я уже проветривала и замерзла. Солнечный. Угу. Солнечный BD1. Ментальная усталость это как? Да я бы не сказала, что я устала. Просто у меня такое расслабленное состояние. Настолько расслабленное, что... Сейчас усну. И вы вместе со мной, да, чат? Так, одну секунду. Ой. Вообще, когда так это зеваешь, надо чайку бахнуть. Но я боюсь, что у меня аллергия пойдет. Да, они именно спидербайками назывались. Поняла. Мало ли, я как-то не так читаю. Блин, пойти умыться, что ли? Так. Благодарю за фоллоу. Добро пожаловать. Так, а это кто? Нет, не показывается, да, кто это? Ну окей. Может, у нее надо квест какой-то взять? А, это магазин. Так, у нас 15 свитков, но если честно.
Здесь нет ничего, чего бы я хотела на самом-то деле. Оля, какой. А, нет, вот, я хотела вот эту рукоять. I'll take it. The wisdom you've recovered is a boon to us all. Here you go. Thank you. The knowledge you've saved is invaluable. Оно мне не надо, но я его куплю. There is only the force. Гравициклы, также называемые спидербайками, были открыты репульсорным транспортными средствами, отличавшимися высокой скоростью и маневренностью. Понял. Понял, не дурак, дурак мой. Не понял. Блин, да что ж такое, господи. Ладно, бахну чаю. Надо пойти взять мокрых салфеточек, хотя бы ими лицо протереть. Я не могу поверить, что мастер Кордова действительно здесь все это время, идти по его следам. Я наслаждалась знакомством с ним, никогда не встречала джедая с лучшим чувством юмора. Ты встречала только меня и Сира? Правильно. Так, а что мне надо вообще? А, Кэл, я надеялся, что мы сможем о чем-то поговорить. В Северной пустыне есть место, довольно древнее. Я посещал ее в первые дни своей жизни в Джетхе, до того, как присутствие Империи усилилось. Что это? Его построили те, кто почитал пользователей силы. Мы мало знаем о них, но я нашел этот опыт весьма увлекательным. Возможно, вы тоже. Мы проверим. Это там, где мы были, там, где я не поняла, что там надо делать, и, короче, я так и не поняла. Кэл, Биди, вы очень вовремя. Я вспомнил второе место, которое ты, возможно, захочешь исследовать. Еще один храм? Совершенно верно. Это место находится в Южной пустыне, и оно весьма великолепно. Когда я посетил это место, я чувствовал тяжесть прошлого. Я уверен, что вы тоже почувствуете. Звучит невероятно. Я так думаю, хотя она, конечно, была проще того, как Империя усилила свое присутствие здесь. Ни хрена не поняла, но ладно. Исследовали вы какие-нибудь руины в Джетхе? Я... Еще нет. Довольно увлекательно, хотя мои исследования были прерваны из-за растущего присутствия Империи. Сейчас слишком рискованно выходить на улицу, и мы отправляем сообщения только в случае крайней необходимости. Вот почему я не мог сказать тебе, что вернулся, мой друг. Мои самые искренние извинения. Мы просто рады, что с вами все в порядке. Так, ну ты еще хочешь мне что-то сказать, да? Я поймаю тебя позже. Понятно. Коротко и ясно, молодец. Не разглагольствовал тут это всякое. Так, я вот понять не могу. А что мне здесь? Принесите контактные коды на Церы. И кому их отдать? Я же вроде все сделал. А, вот этой надо, наверное. Цера. Мы не смогли спасти Армиаса, но он отдал свою жизнь за это. Простите. Я знаю, что ты сделал все, что мог, Кэл. И Империя? Они не отследили нас. Эй, Скраппер. Рад, что вы вернулись целыми. Мастер Кордова, вы нашли путь через бездну? Нет. Но ты можешь, Кэл. Бот и я смогли найти в архивах некоторые интересные данные. Покажем ему, что мы откопали. Столетия назад Республика основала колонию на Кобахе для изучения звездной аномалии, известной как бездна. Сантари Кри возглавил исследовательскую группу.
Это здесь с ними. Первые попытки пройти бездну закончились катастрофой. Республика была на грани отказа от проекта. А потом угадайте, кто добровольно полетит один и обнаружит планету на другой стороне. Даган. Используйте данные своего путешествия. Кри изобрела компас бездны, чтобы направлять других к Таналору. Республика основала поселение. Джедаи построили храм, как ты и сказал, Кэл. К сожалению, время мира и процветания было нарушено вторжением мародеров внешнего кольца. Нихил. Я тоже их видел, но как они перебрались через бездну? Не волнуйся, мы не будем так беспечны. Подавление. Республика покинула Таналор. А Совет Джедаев приказал Кри уничтожить компасы. Даган Гера отказался и восстал против Ордена. Это Гендай. Они не часто заключают союзы с другими видами. Похоже, Рейвис работал с Даганом гораздо дольше, чем мы думали. Поэтому Орден послал джедаев охранять компасы. И Даган убивает их за это. Джедай убивает других джедаев. Но Сантари сказал, что Даган – ключ к Таналору. Может и так, молодой джедай. Несмотря на все мои усилия, компасы, которые ты мне принес, не подлежат ремонту. Однако, судя по записям, трое пропали без вести. Так вы говорите, что все еще один может быть там? И Даган отправляет свою армию на поиски. Я бы попросила тебя остаться и помочь нам, но я узнаю этот взгляд. Какой взгляд? Надежда. Эта планета — убежище для тех, кто выступает против Империи. Так вы идете с нами? То есть, Грис может освободить место на Богомоле для всех вас? Нет. Я нужна этому месту. Я нужна скрытому пути. Кордова? Прости, друг мой. Но пока что мое место на Джет-Хессиром. Позвольте мне подготовить флешку с данными, чтобы у вас был доступ к нашим исследованиям, куда бы вас ни занесло. Дай угадаю, ты тоже остаешься. Когда мы впервые встретились, я подумала, что... То, что нас объединяет, уникально. Выжившие. Сражаться вместе против Империи, которая забрала наши семьи. Да. Вы помогли мне понять. Но в галактике полно людей, которые страдали так же, как и мы. Все так, как сказала Сир. Возможно, вы нашли для них убежище. Возможно. Если мы сможем до него добраться. Я присоединюсь к вам. Кроме того, просто прошло слишком много времени с тех пор, как я заставляла волосы Гриза встать дыбом. До встречи на Богомоле, сестра ночи. Вот так вот. Привет, Сокрол. А в игре нет русского, это подшаманили ребята, субтитры сделали. Это машинный перевод автоматический. Он не идеальный, но перевод есть. Вот, хотя бы такой. Иначе мы бы уже игру, наверное, скипнули, потому что я, конечно, понимаю английский, но переводить для стрима мне будет просто впадлу. Здравствуй, здравствуй, да. Так. И что у нас за задание? Поиск компаса на Кобахе. Окей, возвращаемся на Кобах, да? То есть они, по сути, сделали всего пару планет, между которыми мы летаем туда-сюда. Мне кажется, в первой части как-то было поболее разнообразные планеты, нет? Герой уже джедай или только учится? А его в конце первой части посвятили в рыцари джедаи. Мне кажется, многие скипнули бы игру, не будь субтитров. Ну да. Вот ты где. Богомол отлажен до совершенства и готов к работе. Итак, куда мы едем? Назад на Кобах. Оказывается, нам нужен специальный компас, чтобы ориентироваться в бездне. Компас? Ладно, конечно, конечно. Как скажешь, малыш. О, и Мэрин едет с нами. Подожди, что? Мэрин присоединяется к нам? Почему вы не сказали мне? Я мог бы очистить это место. О, это просто прекрасно. Так. Так, теперь, когда Мэрин с нами, мы можем отправляться.
А где Мэрин-то? Богомол изменился. Да, Кейл и Бутс, они не совсем чистюли. Я убрался сегодня утром. Подожди, правда? Нет, не убрался. Это на моей совести. Мэрин, не знал, что ты придешь. Может, я возьму несколько стейков с Казом? Зачем вы вообще вернулись? Мы с Керри с Церой считаем, что Таналора может стать убежищем для тех, кто угнетен, преследуемый Империей, да? Будет тесновато. Ну и чё? All right, kids, sit down. We're here. Такой, блин, переход был странный. Прям как КХЗ. Welcome to Cobo. Добро пожаловать в Кобах. Кэл, я так рад, что ты вернулся. Ты пропустил все события. Это было ужасно. Что случилось? Рейдеры нанесли нам еще один визит. Нашли дроида, которого вы спасли. Они взяли ее, Кэл, унесли ее прямо отсюда. Ее похитили дроиды. Лучше бы мой салон был в порядке, Тергал. Я думаю, это ты на нас свалил. Я не виноват, мистер Грис, обещаю. Даган послал их. Он охотится за ней. Должно быть, здесь связано нечто большее, чем мы предполагали. Мы должны спасти ее. Как только он получит то, что захочет, они ее точно растерзают. Вернуть ее будет нелегко. База рейдеров находится в болоте. Они распотрошили старый линкор. Мы его видели. Значит, у них много мощи. Как и у нас. Она права. Сейчас наше время действовать. Мне нравится, к чему все идет. Они уже получили то, зачем пришли. Они вернули свою крепость, чувствуя себя безнаказанными. Может быть, нет. Если ты ошибаешься, то они будут искать расплаты. Не беспокойтесь, я останусь здесь и присмотрю за Гризом. Уверена? Я думаю, вы двое справитесь. Только не позволяйте ему плавать без присмотра. Дай мне знать, если что-то понадобится. Отличный топор. Зовут Моузи. Мэрин. Хорошо, я разведаю. Встретимся там. А, там, здравствуй. Где мозги у этого плоскоголового с глазами? Почему? А что с мозгами не так? Вроде нормальный он. Он просто очень эмоционален, мне кажется. Я за игру эту не шарю, но занимаюсь делами и на фоне слушаю, как ты озвучиваешь. Такая сласть для ушей. Это хорошо, это хорошо. Так, чат, я пошла, наверное, умоюсь. Меня заколебало, потому что у меня лицо так чешется. Я... Так, еще я раздеваюсь. Ай-ай-ай-ай-ай. Еще надо убрать волосы. Они мне в лицо лезут, чешут. Блин, чешется все. У него черепной коробки нет. Там либо мозгов нет, либо они с грецкий орех. Слушай, ну может там такая черепная коробка, что у него мозг будет продолговатый. Ты не думал? Угу. Так, сейчас приду, короче. Чё-то. Одну минуточку. Я пока проветривать тут оставлю. Все, сейчас буду. Так, я сделала все для дальнейшего продуктивного прохождения игры. Я умылась, сходила в туалет, помыла ручки, взяла салфетки сухие, мокрые. Взяла себе новую бутылку воды. Жесть, у меня тут салфеток, офигеть. Их так много-то. Привет, Вань. Так. Сразу водичка, да? Там надо вашу любовь записать, насколько я смотрю. Ай, блин, больно. Ай-яй-яй, больно как. О. А, рука болит теперь. Мне кажется, у меня вебка как-то не так стоит. Так, Несквик не любит, да? Угу. Думаю, пора вас записывать, чат.
Вы должны быть наказаны. Там, кажется, Румата должен в бан отлететь, насколько я помню. Так, сейчас. Так. Так, а где же моя ручка-то? Так, сейчас я свет включу. Чат будет ярко. Ручка. У-ху. Ты где? Хотя бы одна. А, вот она, господи. Так. Есть немножко подозрение. Ванюшка, Писюшка, я не делал список еще. А я сама сейчас все, я могу, умею, практикую. Так. Несквик, мы же тебя еще не записывали, да? Получается, это сейчас будет твой первый раз. Ты готова? Так, Нес. Так, первый плюс. С почином тебя. Так. Дальше. Сейчас, подождите, я игру сверну. Так, у Ванечки 90%, да? У Ванечки 90%. Соответственно, у Ванечки 6 минусов. Жесть, Ванечка живет на минусах без донатов, вы представляете? Так, у Чоку Джина было 100%, и у него всего один плюс. Получается, мы плюс вычеркиваем и пишем ему... Сколько там, Мазилыч, сколько там нужно было писать минусов? 3-4 где-то так, да? У меня больше 50 сегодня, так что меня не записываем, это я помню, да. А все, несколько, а все, это правила такие, да. Три, да? Окей, раз, два, три. Все, Чокоджин с минусами. Так, дальше. Сейчас мы мубот посмотрим. Так, Несквик записали, Жваху не записываем. Ванечку записали. Так. Чокоджина записали, Саруса не записываем. Прапор. Угу. Прапор. Так, у тебя было 50... Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Так, у тебя было 52, теперь 51 минус. Так, Дазик 86, красавчик. Мазилыч 14. Так, Мазилыч, у тебя было 13 минусов, теперь 12. Теперь 12. Так, Фромки надо записать, да? Фромки, где ты тут был? Где ты тут был? Где ты тут был? Мы тебя найдем. Сейчас мы тебя найдем. Фромки. О-о-о. Ру-ру. На-на. Так, что-то я не вижу Фромки, странно. Он же один из последних вроде был записан, нет? А, вот он. Так, у Фромки был один минус, теперь у него нет минуса. Так, Фромки записан. Румата, три. Так. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Сектор бан! На барабане. Выдайте, пожалуйста, бан Румате на суточный. Так, вычеркиваем Румате его плюсики. Так, Руматочку оформим сейчас. Дальше кто у нас, чего у нас там? Ой-ой-ой, я куда-то... Ой, я далеко ушла, нет! Так, еще раз. Ты Румата. Жваха норм, Ваня норм. Все, больше никто сегодня не проверял любовь. Хорошо.
Какая-то серая бухгалтерия у стримера. Нет, все прозрачно, чисто. И ты что, мне не доверяешь? Я же все записываю. Его и нету, сбежал. Так он знал, что мы его жахнем. Вот и сбежал. Турвальд. Привет, пиписька. Если просто отправлять лов, можно остаться вне поля видимости. Нет, там, типа, если ты делаешь такую команду, то тебе объясняют правила игры этой. Вот. И можно проверять, типа, ну, у нас же Ваха так халтурит, он добавляет к никнейму всякие там смайлики и прочее-прочее. Вот. Но это не считается. Засчитывается только то, что, ну, тегает меня. Эля все записывает на стриме, но мы не видим, что она делает с тетрадкой вне стрима. Не поверишь, я ее не трогаю вообще. Привет, сама такая. Я вообще-то главная пися этого мира. Понял? Ну или не мира, так хотя бы стрима. Так, ладно, что мне? Мне куда-то надо лететь, да? Нет. А вот это можно убрать? Ну, чтобы оно мне не отмечало. Во, все. Так, спасите Зи от Лукрехалка. Лукрехалка это кто, прошу прощения, вообще? И куда мне надо идти? Так, куда-то сюда, да? Лукрехалка где-то тут. Соответственно, мне нужно найти ТПшку и тэпнуться, да? А где ТПшечка? Наверное, на корабле. Есть у нас ТПшечка на корабле? Так, почему-то отсюда нельзя телепортнуться. Интересно. Ну ладно, значит, выходим. Какой-то странный телепорт. Его вроде сделали, но мы так ни разу и не воспользовались им. Почему не работает? Может, КД? КД, скорее всего. Так, мне нужно добраться вот сюда, получается. Или вот сюда. Ну, легче, наверное, вот сюда. Где мы? Алло? Ты выходишь или нет? Выходи, мой сладкий пирожочек. Так, мне нужно правее. Хорошо, здесь не записывают с сексом, в смысле, или чего? Кстати, а я вот сюда наверх не залазила. Зайдем. Какие-то шахты. Тут вообще обрыв. Тут что-то есть. Какие-то побочки, походу, надо делать. Well, hey there, привет, путешественник. И чего ты мне хочешь сказать? Какие забавные отношения чё-то к стримеру. Секс все хотят, а вот любовь нет. Все хотят секс без любви, а стример без любви не может. Привет. Не обращай внимания на зверя, она не любит чужаков. Гора тоже. Будьте осторожны. Мы попробуем, спасибо. И это все, что ты хотел мне сказать? Зашибись. Соленые волдыри, какой ужасный шум. У вас есть колокольчик для ног? Как тебя зовут, парень? Если я затаил обиду, лучше знать имя. Я Кел. Это Биди. Моя мама Бантам прозвала меня Скува Стив. Скува Рыбак — это я.
Знаешь, в салоне Пилуна есть аквариум, которому не помешало бы внимание. Салон Пилуна? Это кишащая жиром дыра в долине? Ладно, ладно, забудь, что я спрашивал. Хорошо, выкручивай мне руки, я сделаю это. Встретимся в салоне и оценим это как называемый танк. Чего? Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Угу. Так, этого мы забрали, и здесь еще есть что-то вот в бочиночку сходить. Подожди, тут что? Это что такое? Осторожно, здесь нечего делать. Стоп! Я держу тебя, Шана. Спасибо. Как долго мы должны ждать? Разве у нас нет дел поважнее? Да хватит красными атаками атаковать! Вы, говноеды! Ай-яй-яй-яй-яй! Нет-нет-нет-нет-нет! Всё? Я загородил проход. Мне жаль. I barred the passage. I'm sorry. Farewell. Прощай. Самодельная могила, зашибись. Что это такое, ваша любовь? Это когда ты испытываешь очень приятные чувства к человеку. Тебя к нему тянет. Можно ли это так объяснить или нет? Садись, Элена Моцик, так я ж села. Любовь — это добровольное рабство после секса? Почему после секса? И почему рабство? Это какие-то у тебя неправильные отношения, мне кажется, Тёмочка. О, новенький, кто ты? Я Кел. Это BD1. Ты здесь, чтобы спасти нас? Мы просто исследовали. Как долго вы здесь были? Мы находимся в ловушке здесь, по крайней мере, в течение стандартного цикла, а может быть и больше. Мы? А, да, это только я и уже некоторое время. Но ты расчистил путь, значит, рейдеры ушли? Мы позаботились о них. Может, вам лучше уйти, пока не появились новые? Да, я вернусь на аванпост в Амблер Бич. У нас там была резиденция. Я надеюсь увидеть вас снова. Так, Т1Н8 завербован. Завербован? Звучит как-то не очень. XXX, привет. Кел с бородой? Да, мы его приодели. Так, запах внизу не очень. Почему ты стреляешь куда-то? Не туда. Что это? Асид? То есть стрелять по нему нельзя, да? Ух, мой сын. Так, а тут чего? Тут что-то красненькое внутри. Но я не могу это... Пока что открыть. Дроиды. Рейдеры построили это место. Не думаю, что смогу сдвинуть его с места. Угу, то есть мне нужно прокачать силу и сильно. Здесь нет подъемной платформы. А я смогу спуститься? Меня не убьет? Или убьет? Ну, вроде как решетки есть. Ну-ка. Нет? Видимо, нет. XXL завербован? Лол. Ой,
печат. Жесть. Жуть какая. Так, уходим отсюда. Ага, подождите, а как мы уйдем отсюда? Мне никак не уйти. Вылазь. Так, зеленый набуан. Хорошо. Он, правда, не совсем зеленый, но окей. Так, ну в принципе, плюс-минус я тут все сделала, что смогла. Я вроде за двоих закадрила. Эти части, Кэл, наверное, уже будет как Йода по силе. Думаешь? Там еще, конечно, не все залутано, но не страшно, думаю. Mount up. Так, а где сохранялка-то? Вон она. Марк, привет, мой хороший. Смял с возвращением? Это как? Так, это верстак. Верстак мне не нужен, да? Ну, телепортироваться получится хотя бы тут. Пожалуйста. Пожалуйста. Отдых. Быстро путешествием. Так, мне нужно быстро перепутешествовать вот сюда. Да, вот сюда. Путешествие. Итак, мы уносимся в неизведанные дали медитации. Не знаю, каким образом Кел медитировал, но мы оказались... Кир знает где. Привет, Келатив. Чё так рано вернулась? Я не ждал. Я таблетки забыла дома. Спасибо большое за фоллоу. Я забыла таблетки дома, и, соответственно, я решила вернуться, потому что... Потому что нужно пить таблетки. Да и я на самом деле все закончила. Что надо было. Так, мне нужно вот туда. А туда мне надо на летающей собаке. Улечу я далеко. На летающей собаке. Улечу к Мазелычу. Так, теперь бы вспомнить. Это на R и на двойку, да, кажется? Да. Show this to Z. Хилки не зашло. Ой, блин, капец какой-то. То ли я съела что-то, то ли выпила, понять не могу. А я это, блин, завтра еще надо окрошку сделать. У меня дома еды нету. На большом воздушном шаре я лечу, им перцем дать по харе.
Да господи, почему ты не уворачиваешься? Ты с двух ног собрался в него лететь? Серьезно? Так, ладно, подождите. В данный момент вот этот меч нам не подходит. Прячется он тут, смотрите какой. Так, мастер по дырочкам в дыре. О, какой большой. Ну вот и все. Чего все? Я тебя пометил. Я вхожу. У тебя получилось. Кто-нибудь заметил тебя? Я? Да ни за что. С чем мы имеем дело? Портал. Может быть, путь внутрь. Это лучший вариант, который я вижу. Единственный путь к Лухретку через это болото. Для тебя, может быть. Хочешь прокатиться, Биди? Когда будешь готов, сделай шаг к порталу. Я буду наблюдать. Принято. Это один из способов не испачкать сапоги грязью. Пометили его, ну да. Я тебя пометил, я в тебя вхожу. Что-то как-то это странно все. Не, не кажется вам, чат? Хотели бы, чтобы вас пометили и вас вошли? Думаю, как бы... Хотя нет, зависит от ситуации, наверное. Трудно поверить, что в этом болоте может что-то выжить. Ой, тихо. Думаю, у нашего друга все получится. Ага, что-то как-то я вот не думаю. Видишь это здание, приятель? Похоже, здесь кто-то живет или жил когда-то. Привет, парень. Опасное место для ловли рыбы? Нет, опасная рыба, чтобы поймать место. Конечно. Да, этот промахнулся, но сарказм — слабая наживка. Кроме того, я собрал все свои силы для поиска добычи страшного глотцом краба. Один из моей старой команды, приятель на грапеле, однажды пытался выловить краба из морской пены, как вдруг... Опа, и упал за борт. Чё, и всё? Видимо, это всё. Видимо, это вся история. Благодарю за фоллоу, добро пожаловать. Давай проверим это место. Ну, давай. Так. Жесть. Прикольно. Ты скоро? Да ты ж уходил. Сколько можно уходить? Кидала. Жесть. Я когда-нибудь буду проходить на улице и скажу девушке: я тебя пометил, я вхожу. Это будет самое странное в жизни, что ты скажешь, мне кажется. Это как бы звучит не очень от парня. Ну, да. А, тут какую-то силу дадут. То есть туда можно типа перепрыгнуть, что ли? Ой.
Так, дрифтер нам дали. Разбившийся дроид-стервятник. Окей. На большом воздушном шаре. Кэл, что ты здесь делаешь? Я могу задать тебе тот же вопрос, Зик. Я пришел сюда, чтобы искать Зи. Да, я тоже. Я Винни Эрес, Кэл, да? Мы только познакомились, но мне бы не помешала помощь. Что вам нужно? Мне рассказали, что на болоте есть птица с роскошным оперением. Но когда я попыталась рассмотреть одну из них поближе, она выхватила мой датапад и улетела. Куда он делся? У них гнездо на вершине шпиля неподалеку. Я бы ушла, я бы пошла, но Винни говорит, что я должна оставаться рядом с ней. Да, вон тот шпиль. Он так близко, но в то же время так далеко. Посмотрю, что могу сделать. Ты сияешь, как звезды. О, ха-ха. Это карстанская поговорка. Возможно, более простое. Спасибо, Кэл. Блин, ну прикольно. Вместо спасибо, Кэл говорит, ты сияешь, как звезды. Ничего себе. Прям нормально, так нормально. Он святой из бесстыжих, с биполяркой, наклонностями ЛГБТ. Почему святой? Потом отхватишь люлей от парня девушки. Ну или так, да. Вменяемые Джокеры на Эл, Леджер и Лето. Тоже справился отлично с ролью Джокера в сериале. Но мне, кстати, по трейлеру, я не смотрела сериал, но по трейлеру мне его игра тоже понравилась. Он, ну, типа, неплохо отыграл там. Лето, херота, а не Джокер. Ну, там спорный момент. А почему? Подождите, был же еще один чувак, который Джокера сыграл. Я забыла его фамилию. Как там актера этого зовут? Парень не муж и не стенка подвинется. Ой, Марк. У меня столько было приколов в жизни, когда, ну, со мной хотели познакомиться. Я такая думаю, так, лучшая отмазка говорит, что у меня есть муж. Я говорю, извините, там, типа, я замужем. Не действовала. Типа, походу, все мужики считают, что муж тоже не стенка подвинется. Просто так говоришь, типа, парень не муж. Типа, муж не подвинется, да? А я бы поспорила, вот, ну, в плане, что многие мужчины считают обратное. Да, он в сериале «Готэм» играл Джокера, я знаю, но я не смотрела этот сериал. Так, нам нужно наверх, да? Нам нужно наверх. Сколько, по-твоему, это стоит? Ничто не стоит того, чтобы пересечь рейдеров. Теперь двигайся. Это... Лесное мнение. Парень еще ладно, муж, но тут уважение к выбору девушки. О, ничего себе. А что значит лесное мнение? Я первый раз такое слышу. Я нашел идеальную отмазку. Когда у тебя спрашивают, девушка, можно с вами познакомиться? Говори, мне в 3 часа надо к венерологу, а потом я полностью свободна. А, да нет. Ну, типа, во-первых... Блин, не, наговаривать на здоровье это не очень хорошо, я таким не буду заниматься. Мне легче просто сказать, что извините, я не знакомлюсь, и все. Вот. А, личное. Все, я поняла. Извиняюсь. Глазки чешутся, пипец. Мне завтра вставать рано, наверное, часов 9-10. Капец. Так. Чё-то я не совсем понимаю, что мне дальше делать, если честно.
Нифига, так рано там. Ну, мне по делу надо. Да и не совсем это рано вроде. Просто это раньше моего обычного. Так, и чего мне тут делать, я понять не могу. То есть вы хотите сказать, что мне сюда рано? Мне нужно двигать вот ту платформу, но у меня не хватает сил, потому что я не прокачивала силу. Соответственно, мне надо идти качаться где-то, да? Я правильно поняла? Потому что, ну, больше здесь делать как бы нечего. Есть мысля по игре? Ну давай, глаголь. У меня уже полночь подрубает. Ну, смотрим, смотрим. Не, ну ты, если что, засыпай, ради бога. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Есть настойчивые наркоманы, которые после я не знакомлюсь, продолжают лизать марку все равно. Я знаю, у меня такой попался чувак, таксист. Ой, это была жопа какая-то. Его не смущало ни... Господи, чем я там уже отмазала, что у меня и парень есть, и муж есть, и я не знакомлюсь, и дети, детей, кажется, я туда приплела. Ой, что еще я там говорила? Короче, потом там что-то он говорит, давайте встретимся, кофе попьем, там тра-та-та. Я говорю, вы знаете, типа, мой муж, я думаю, не одобрит. Он такой, да у меня тоже есть женщина, типа, да не переживайте, мы просто кофе попьем. Я говорю, я не пью кофе. Ну, короче, он меня так заколебал за то время, пока мы ехали. Я думаю, Господи Иисусе. Какой же ж ты вот, ну, не понимает, нет, да? Это, конечно, стрёмно. Там вроде два квеста тебе дали, может, пока на другой сходить. Мне нужно добраться вот сюда. Чтобы туда добраться, нужно что-то сделать, но я не понимаю, что. То есть, есть вот там штука, вот там штука. Но чтобы туда подняться, нужно, я так поняла, платформу поднять. Но я не могу ее поднять, у меня пока сил нету. Он говорил, что у него бизнес и такси это хобби. Да, он продюсером был. Продюсирует всяких этих самых. А таксистом работает просто, чтобы подработать, чуть-чуть денежек на бизнес собрать. Вот, как-то так. Ты не поняла, тебе вроде дали два места, куда сходить. Go туда, а не сюда. Да нет, мне дали одно место. Вот, на планете этой. Ну да, тут никак, в принципе. А улететь я что, тоже не смогу, что ли? А где птица-то? Тут же должна быть птица, нет? Ёк-макарёк. Только не говорите, что я не могу улететь отсюда. Да, давай, прапор, потому что я не понимаю, что мне делать надо. Хочу улетать, ищи место медитации. Так вон оно, я не могу до него добраться. Вот это. Ничего. Вот место медитации. Но я же говорю, чтобы туда попасть, нужно поднять вот эту штуку. Вот, я не могу сдвинуть это. Но другого пути к столпу, похоже, нет. Вот. То есть мне, походу, нужно было что-то в силе, что ли, изучить. Руин.
руина, руина, руина. То есть ты учила. Такая ты руина. А третий Джокер был Хоакин Феникс. Да, мне лично зашло в конце этого и в том году второй фильм выходит, жду. Я не смотрела первый фильм еще, вот в чем прикол. Но я все хочу. Просто там, насколько я знаю, там объяснили психологию, почему он таким стал. Вот, и насколько я поняла по трейлеру, там очень грустная, психологически тяжелая история. Я очень плохо воспринимаю такие истории, я человек впечатлительный, все близко к сердцу воспринимаю, и, соответственно, ну, очень жалостливый, короче, мне будет очень жалко, я там, не дай бог, плакать буду, такое, короче. Где-то сейчас под островом есть проход. Ага. Вижу. Got something? Есть что-нибудь? Угу. Gotta keep moving. Жесть, ля, меня покрасило, офигеть. Ближе к реализму сделан, чем комикс по персонажу, понятное дело. Но мне кажется, там просто очень грустная история. Там же над ним издеваются. Я не люблю смотреть всякие вот эти вот ролики. Я даже очень не люблю этих, блин, как их называют, чуваков, которые пранки там вот это всякое делают. То есть, по сути, в пранках очень часто какое, ну, просто идет издевательство над людьми. Я не люблю такое. А в фильмах там просто издевательство, вот. Поэтому я это очень тяжело воспринимаю такое. Кековые. Благодарю за фоллоу. Так, шорткат открыт, окей. Все еще голубой джедай, новых цветов не открыл или сама не заходит? Да я красный бы хотела, а там цвета какие-то можно открыть? Блин, серьезно можно открыть? Что-то я не видела. Надо посмотреть, где это можно открыть. Да? Я видела только комплектующие меча. И то каким, ну, каким цветом можно сделать меч. Ну, в плане рукоятку. А цвет меча, я не знаю, а где его можно достать? Он где-то продается, типа, или чего? Ого.
Ай-яй-яй, больно. Ай-яй-яй, больно как. Реакции ноль просто. Меняла цвет меча. Ну, меняла, да. А синий это типа стандартный, что ли? Привет, Джокер. Красный цвет ситхов, темных джедаев, и вряд ли можно с таким цветом ходить. Ну да, они не дали возможности сделать его. А как, на какую кнопку их там друг против друга делать? Я не помню. И забыла. Не такой уж и теплый прием. Думаю, стучать не вариант. Мы найдем свой собственный путь. Думаешь, сможешь сломать эту муфту? Давай узнаем. Синий цвет падавана. Вот, сделаю себе розовый меч, ясно? И буду истинной леди с розовым мечом. Так, ну в принципе, вроде больше идти некуда. Стоп, 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 стоп. All right, let's look. Ай-яй-яй-яй, подождите, подождите, подождите. We're clear. Не, мне просто на самом деле нравится короткая козлиная бородка, зашибись. Мне на самом деле нравится синий меч. Вот, типа, ну, красный-синий мои любимые цвета, наверное, в нынешних реалиях. Поэтому... Почему бы и нет? Значит, Мэрин решила все-таки пойти с нами. Да, она считает, что Тоналор действительно может помочь пути им. Хорошо, но ты выглядишь счастливее, когда она рядом. Хорошо, давай сосредоточимся. Мы нужны Зи. О, да. Какой кайф. Просто Лю. Джейд, спасибо большое, Несквичек, спасибо, давай тебе помуркаем. Ай-ай-ай-ай-ай, спасибо за поддержку. Ай-ай-ай-ай-ай, спинка чешется. Почему у нас последний донатер не меняется? Долго думает. О, все. Холодно опять стало. Да что ж такое? Так, нам куда дальше идти? Пряменько, да? Пряменько. Это пряменько вот туда. А как мы туда можем попасть? Не понимаю. Так. Я вижу, что вон ползти, вижу, что... А, все, я поняла, наверное, наверное. Есть, на жопке шерсть. Мне, пожалуйста, минусик на плюсик. Хорошо, хорошо, записываем, записываем.
Записываем, записываем. Так, ить. Так. Вычеркнули. Есть. Кстати, что такое прапор? Нравится и не нравится. Я вообще ничего против не имею данного цвета. Главное, что вообще есть такой меч. Ты все-таки посмотри, фильм того стоит. И мне кажется, что он подошел бы вселенной Мэтта Ривза. Его Бэтмен тоже ведь приближен к реализму. Это да, но я его тоже не смотрела, нынешний Бэтмен, потому что там этот играет из «Сумерек». Я его вообще не воспринимаю как Бэтмена, прям пипец. Блин, сейчас плакать буду. Ой, есть, да. А зря он, говорит, хорошо сыграл и вообще отличный актер. Этот, который из «Сумерек»? Could you clear this up? Absolutely. Так. Стеночки мои любимые. Ты куда, блин, козёл? Хорошо, прапор. А зачем перезапуск записи? Полтора часа всего. Я понимаю тебя, я тоже Холланда в роли паука не воспринимаю как паука и как актера вообще. Но, кстати, зато я заметила, блин, его великолепно воспитали как мужика. Прям пипец, он так с зандайчкой себя ведет хорошо. Прям вообще такой зайчка, кисечка, писечка. Он, ну вот прям вот реально джентльмен такой, знаете. Так, а чё, куда? Дальше. Не понял. Я не вижу, куда дальше. А, вот это сюда, типа. Скучаешь по мне, Биди? Нет, подождите, не готова я к такому. Я Феникса как актера и его роли вообще не могу воспринимать. Серьезно? Блин, он же вроде так хорошо играет. Я пошла еще вернусь, не болей. Давай, хорошая тебе вечерочка. Значит, чуток ошибся во времени? Не, просто мы же сначала играли в этого Бенедикта Кембербэтча. Так. Итак, что у нас тут есть? Мы можем спуститься... Спуститься вниз, но нам это не надо. Здесь есть верстак. Давайте посмотрим меч, какой я могу цветом сделать. А? Кто стучится в дверь мою? Великий, здравствуйте, как ваш ничего? Так, световой меч, поехали. Лезвие. Слушайте, ну не дает этот... Ну все получается, розовый делаем. Сами попросили. Так, компоненты. И что тут новенькое есть? О, вот этот малыш классный. Ой, кока-колка.
А в чем разница? А, боковушки. Тихо, ФБР ворвалось. А, это, возможно, я выкрутила в ОБС звук. Хотя не должно было быть. Тихо. Так. Вот, два розовых меча, чат. Все, страдайте. Страдайте, страдайте и страдайте. I'm not liking this. No mercy. Firing! Get that droid back! Here I come! Who wants some? I live for this! Ay, 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 ay! Don't be reckless! Now, BD! That won't be me! I will crush you! Keep good, BD. Watch out, grenade. That's it, Jack. Right, who's next? Да хватит меня-то. Here we go. Toss me a stem, buddy. Блин, нет, конечно, единичный меч, который двуручный, он... Вообще не мобильный. Я не могу, прям пипец. Джедай гламурный получается. Получается, я немножечко этот, как его, хипстер или как он там зовется. Мужики эти. Спасибо за фоллоу. Спасибо за то, что вам нравится мой хипстер. Жесть. Осталось самого бомжа от джедая розовым сделать. Так мы ж в прошлый раз одевали его в кожанку фиолетовую. Но я не готова еще к такому. Я пока что готова только к розовым мечам, не более того. Так, вот это вот можно? Это должно быть слишком просто. Так, куда нам нужно? Куда-то, кстати, вот сюда. Наверх надо, да? Наверх надо по вот этой вот штуке. А как туда добраться, чтобы было наверху? Я что-то не совсем поняла. Сюда наверх или нет? Вроде нет. А, во! There. Never doubted you. Keep going. Ошибся чуток, это сериал, а фильм с Фениксом «Все страхи Бо». Ну, я знаю, что он актер хороший. Для страдания сделай себе задний фон розовым. Какой задний фон? Какой у меня задний фон? А, типа ты про этот? Да не, я не готова к этому. Вы блеванете радугой тогда, мне кажется, не? Киквы. Димульчика, привет, солнышко мое. Так. Но мне явно сюда, там, где ток, да? Вот сюда по стеночке. Потом перепрыгнуть туда, что ли? Что-то не совсем поняла. Ну ладно, давайте попробуем. Так, стоп, он тут током бьется, да? Да. Хорош. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Я заблудился немножечко, извините. Так.
Эля, Ку, дай, блин, совет. Я работаю в самокате в Краснодаре. Получается, делать 60к. Хорошая идея переехать в Казань. Только потому, что там ЗП больше. А, ну, ты ж не думал, что там и траты могут быть больше. Я просто не знаю. Там же зависит все от того, какие цены и там, и там. Типа, цены в Казани больше, чем в Краснодаре или нет? Вот в чем разница. Вот. Кто хочет покрасить мой меч в розовый своими губами? Вот дурак. Как денег прошел? Ну, я приехала с поезда, съехала, встала. Ну, короче, сошла с поезда. Ну, вот, приехала домой, мне было плохо. Я в поезде вроде выспалась. Вот, потом думаю, не, ну я буду разбитая целый день. Легла спать, проснулась. Думаю, ну, надо что-то делать. Короче, вот я сходила что-то в магазин. А что я вообще делала весь день? Ни хрена не делала, на самом-то деле. Вот, ни хрена не делала, и при этом уставшая какая-то. Вот так вот. Посмотрел цены на комнату. Они по 7к. Плюс еда. Думаю... Врытом? Что? Врытом? Что значит врытом? Взломать побитый военный корабль, как в старые добрые времена. А чё, куда идти-то? А, наверх. Я бы переехала ради большей ЗП, если бы была возможность. Ау. Овнет, ничего себе, спасибо большое за 18 месяцев. С возвращением был чистая, нашла в своем распоряжении уже не от стримера, от чатика пригласившие смайлики. Муа, тебе слюняла. Спасибо большое за поддержку, спасибо за то, что к нам присоединяешься. Очень приятно. Так вот, по поводу ЗП, в принципе, идея хорошая, но нужно действительно посмотреть... Не будет ли такого, что ты переедешь, а будет то же самое? Вот, потому что в Казани цены выше. Вот. One love, Элька, one love, Овнет. Наверное, из-за поездки уставшая. Скорее всего, да. Я очень устаю от поездов, от поездок. Не так, как от самолета, конечно, но все равно. Вот. Я отдыхаю только тогда, когда я еду в купе сама. А если я еду не сама, то это, конечно, жопка. Чатик, кстати, вы знаете, что у нас новый спонсор на стриме, да? И можете с ним ознакомиться по команде «Восклицательный знак Торнадо». Перейти по ссылочке, посмотреть, какие там вкусы, вот это все, энергетики. Вот. Не могу еще сказать, вкусно или нет. Мне сегодня должны привезти, и я попробую сама. Вот, буду пробовать. Так, ну мне, походу, вперед, да, надо, блин. Угу. Так, это короткий путь, шорткат. Окей, хорош. Блин, он этот. Он этот. Необычный. Да господи, сколько ж ты бьёшь! Большое за фоллоу, добро пожаловать. Да, сложность нормал. Я же всегда играю на средней. Да блин, я так посмотрела, реально, вот то, что Артём говорил, типа, ну,
Реально, на харде просто добавляют больше жирности хп, и все, и все. Разницы типа никакой нету. Я не понимаю людей, которые гордятся, что они проходят на игру на харде, но как бы это их личные, да, мотивация и эти самые. Я забыла дэш сделать, блин. Вот, мне и так нормально. Там ваншоты, не всегда, это зависит от игры. А в этой игре я видела на хардкоре, как проходят. Там не сильно отличается сложность от вот этого вот, от среднего. Ну, либо люди слишком хорошо проходят хард эти самые штуки. Такие люди просто мазохисты, да. А еще очень часто они любят соулс-игры. Вот, это все из раздела мазохистов, да. Так, мне туда же надо, да? А куда мне в бок-то? На платформу? Угу. Они смогли завоевать целую планету. Здрасте. Армия, мини-армия такая. Соулс и мазохизм — это одно и то же. Так, ну это просто меня спускает вниз, получается, да? Получается, да. Ну ладно, чё уж там. Keep this area locked down. Whatever Ravis is up to, it's drawn some unwanted attention. Any other day, stealing from those slow-minded prospectors wouldn't mean a thing. But now, they got some muscle. Enemy approaching! Ally down! Весь корабль знает, что мы теперь здесь, да? Да. Так, а чё, как мне, куда мне? Ну, не вниз же мне явно, да? Явно не вниз. У вас, кстати, как по стриму просадочек нет никаких? Либо они умеют играть, коих немного, либо ради собственного достоинства. Я лично на нормале прохожу. Жизнь не так сложна, чтобы ее усложнять. Да, вот, я того же мнения. Вот. Но я не знаю, я смотрела двух стримеров, которые проходят на харде. Что-то как-то они проходят легче, чем я на среднем. И я такая, типа... Чё, блин, нахрен? Даже по боссу. Типа, знаете, там, типа, босс первый был, сестра. Я на нем умерла сколько там, раза два-три, что ли. А там либо вообще не умирали и убили с первого раза... Либо один раз умерли и вообще, типа, по-легкому убили. Я такая, типа, чё вообще? Чё? Чё за херня? Как такое возможно быть на харде, если там шотает? Как бы, ну, должно, да? Марта в Секира, это МБ какая-то? Ну, не знаю, я там не смотрю. Так, мне нужна сила. Сила, да? Ну, давай. Хотя я хотела другой скилл выучить. Да, я хотела другое выучить. Ну ладно. Каких боссов трогала уже? Да только сестру и этого чувака из капсулы, наверное. Я что-то других и не помню. Так, куда мне надо идти? Мне нужно вернуться. Но дверь так и не открыта же, правильно? Да, значит, мне нужно с другой стороны в нее зайти.
Блин, ну конечно, фпсики все равно периодически просаживаются. Так, вот сюда мне надо, да? Или нет? Да, мне сюда надо. Я могу с другой стороны куда-то попасть туда? Сюда вроде как надо, да? Но меня сюда не пустят. То есть нужно реально там идти, окей. Частый вопрос, с какой стороны лучше зайти? В смысле? Не понял. Your blood, my freedom. I will break. Блин, я не могу против такого количества драться. Hey, BD. Going aerial. Now look at that. Да блин, я сдохаю! Не очень за фигня вообще! Спасибо за фоллоу. Привет, Crazy Zoom. А чего ты в больничке? Лифт типа поднимает. Сейчас, одну минутку. На, что ты заболела? Я лично не вижу достоинства в долбежке жирных мобов в играх. Ладно, мы еще разрабы реально добавляли интеллекта мобам, что разница в сложности чувствовалась, и не только в цифрах. Ну да. Мне новое образование в желудке 2 числа удалили. Ух ты, ничего себе, жесть. Правильная харда — это когда тебе нужно все облизать, каждый уголок, чтобы тащить. Ну, возможно. Не знаю насчет этого, на самом-то деле. Вот, но... Не знаю, мне просто... Я не вижу... Ну, то есть у меня нет... Вот знаете, люди просто... Почему они играют на харде? Потому что они якобы там... для них сложно, и потом... Когда они, типа, превозмогают эту... То, что им сложно, они получают с этого удовольствие. Ну, как бы я не люблю. То есть, ну, как бы я... У меня в жизни есть сложности. Мне не нужно их придумывать в игре. Вот в чем прикол. Да господи Иисусе! Жопа, Марина! Хорош, хотя бы минус один. Да я же нажал уклонение! Yeah, that's the money. I need help. Да ну хорош меня бить. I will not yield to you. Just come quietly. Glory. I see that. Had enough? You got spot. Ох, ёпта твою мать!
Сейчас подойдите, подождите, пойду трусишки заменю. Надеюсь, завтра выпишут уже. А, ну будет хорошо. Здоровечка тебе. Так. Как их тут надевать-то? Так? Нет. А, я играю всегда на изи. С моими нервами я могу квартиру разнести вдребезги. Ну вот тут вот у меня то же самое. Типа, блин, зачем лишний раз нервничать? Хотя, возможно, это, знаете, для людей, у которых очень крепкие нервы. Которые там вот почти не нервничают. И вот там, возможно, они могут испытать вот это вот чувство. Это то же самое, как, знаете, люди, которые перестают чего-то бояться, и они должны... Как это, блин, как это называется? Какой-то есть типа гормон, только не счастье, а что-то, короче, какой-то этот самый. Это, ну, что должен испытать. То есть, соответственно, они там начинают прыгать с парашютом, заниматься банджи-джампингом, быстро ездить на машинах, ну вот, чтобы ощутить типа вкус к жизни, потому что у них вот эти чувства притупленные. Вот. У меня нафиг ничего не притупленное, мне и так норм. Кортизол, блин, я не помню, как он называется. Но вы, если вы напишите, я думаю, я узнаю. Здорово. Ой! Блин, мужик, ну давай без этого, а? Да блин, мужик, ну больно же! Эндорфин, точно, вот, да. Или адреналин, да. И то подходит. Yeah. Рад, что она хочет помочь нам найти Таналор. Подожди, ты слышишь Destroyer это? Дроиды-разрушители, идеально. А как здесь пройти? Прошу прощения, у меня хп нет. Да блин, да хорош! А вот это, походу, надо проходить с этим пестиком, с бластером. Блин, я же бластер-то не качала. Пора прокачать бластер, что ли? You could use a few tweaks. Она залагивает. Not your typical blaster. Джусу это скажи, играет всегда на максимальной и горит с этого постоянно. Не знаю, может он с этого процесса получает удовольствие. Скорее всего. Я же говорю, люди бывают мазохисты и все. Дроидики знают свое дело? Думаешь? Господи Иисусе, как же я далеко! О боги! Божечки-кошечки! Подожди, а может у меня дверь открылась? Может мне не придется бежать миллион лет? Ага, конечно, да. Раскатала убищу свою! Ишь ты какая!
Хотела, захотела этот шорткатик. Бляха-муха, нет, блин. Да толкни, блё, блядь! Да почему он не падает? Нет! Упади! Упади! Он не падает часто. Удачная игра, Илечка. Буду укладываться спать, и быстрее наступит завтра, быстрее узнаю, выпишут ли. Давай, моя хорошая, здоровится тебе. А, думаю, что их щиты против выстрелов, потому только мили. Я подходила в мили, нифига им не смогла сделать. Вот. По ним, походу, надо бить, когда они снимают щиты. Они снимают щиты только когда они перекатываются. А добежать до них, пока они перекатываются, я не смогу, поэтому только стрелять, скорее всего. Двойным мечом проще расчехлить? Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Попытка не пытка, да? Третья попытка. Господи Иисусе, помилуй мою жопку. Это понять не могу. Я точно играю на среднем? Подождите, мне надо проверить. Так, где тут управление, да? Нет, геймплей. Рыцарь-джедай. Рыцарь-джедай — это же среднее, правильно? Игроки, которые хотят приключений с некоторым боевым вызовом. Как там в бок-то? Игроки, которые начинают играть в игры ближнего боя, хотят получить упрощающий, наверное, боевой вызов. Сюжетный режим. Так, игроки, которые хотят больше сосредоточиться на сюжете. Ага. Так. Мастер-джедай. Игроки, которые хотят приключений с достаточно сложным боем. И великий магистр джедаев. Ну да, у меня посередине стоит. Ровненько. Вот собаки сутулые. У меня глазик чешется. А их можно пробежать? Вот просто пробежать можно же, да? Давайте просто пробежим, чат. Я не хочу с ними драться. Они противные, их трое, они жирные. Не смейся с меня. Get out of here, scumbag. Да господи Иисусе! Короче, отвалите! Бежим! Тактическое отступление — это тоже правильно. Кто там стреляет? Жесть, он дерется. Ой, ёб твою мать. Ой, походу херовая идея. А, не, все, они остановились. Они остановились, чат! Во, видели? А, только теперь мне пульки надо восстанавливать, чтобы биться с... это... Все, изи. Но пестик говно все равно. Look at you now. Bet he'd be proud. Hope so. Ooh.
Там надо было дверь открыть. Вот он, шорткат. Так, ладно, возвращаемся, чат. Трусы не сбегают. Или трусы? У тебя трусы не сбегают? Ой, блин, не успела. Всех порешила, всех домой, сучки! Вот да. Подождите, это что-то не то. О, есть короткий путь. Руина. Что это сказал? Извинись немедленно. Немедленно извинись. Чьи трусы? Он не говно, просто он прокачан. Дорогой, я без трусиков, они сбежали. Да, это наш вариант как раз. Пестик надо прокачать. Так у меня двуручный меч прокачан. А там, чтобы сбросить очки навыков, надо тратить одно очко. Вообще, как-то в этот раз опыт похуже идет, чем в первой части. Почему-то мне так кажется. Итак, ты знаешь, что она присоединилась не только для того, чтобы найти Тоналору, верно? Не знаю, о чем ты говоришь. Как скажешь, Кэл. Так, вы хотите сказать, что у нас сейчас будет босс-файт или... Не, вроде нет, просто прогрузка в другую локацию. Ладно, посмотрим, что у нас тут есть. Турболифт. Это тот, о котором я думаю? Дай мне посмотреть поближе. Да, это Зи. Куда она едет? Это наша цель. А, вижу проблему внизу. Какую проблему? Внизу. Дроиды. Видели похуже. У меня есть план. Так что я подумаю, подниму шум, отвлеку их, а ты проскользнешь мимо. Соберись у турболифта. Что думаешь? Мы прошли рискованно некоторое время назад. Удачи. Господи, вот это перевод, конечно, говна. Перевод говна. Аллилуйя, это перевод говна. Оу, oh, yeah. Корабль не летит, но в ангаре полно кораблей. Армия. Все наши. Готов прочесать эту планету в поисках моего потерянного хозяина. Так, а мне сюда, что ли? Странно. Ну ладно. Ой, блин, чуть-чуть не то нажала. Да в смысле? Потратить очко, чтобы сделать все по новой, точно для жизни. Когда придет время, я подам сигнал. Какой сигнал? Поверь мне, ты не будешь скучать. Неправильно перевели, типа ты не пропустишь его. А че, куда? Scratch.
Так, нормально, я вспомнила, как играть. Нет, а куда? На лифт, типа? А вот эта дверь, ничего с ней не делается? Ладно. Так, тут можно сохраниться, тут нет выхода, да? I need to focus. Мне нужно сосредоточиться. Ну давай! Интересно, а можно ли прокачать вообще здесь все, все ветки? Или нет? Он знает, как войти. Тихо, тихо, успокойся. Хорош, молодец. Спасибо за фоллоу. Ой, вебки нету, извините. Здравствуйте. Думаю, можно, если карту закрывать по 100% и все находить. Ну, наверное, да. А куда я? А куда я? Я не знаю. А куда я? Точно сюда. Теперь, чтобы проверить мою работу. Дроид, убей их. Роджер. Значит, у меня зуб заболел. Так, когда ты мне скажешь про мне уже не надо будет. Так, что это за полубог? Поняла. Красную не ожидала. Couldn't find a way to the turbo lift. А почему мне за него не дали опыт? Потому что его добил чувак, но он же с моей по этой добил. Nice job. Отличная работа. Так, разрушитель бедлама. Gotta unlock this. Я решил, что буду играть сам после выхода озвучки. Ну да, типа 100% нужно ждать озвучку. Там вроде говорят, озвучку хорошую сделали. Ух, блин, еле успела. Эй, зацени. Можешь подключить его? У меня есть идея. Куда? Кого? К кому? А. Окей. Ладно, что теперь? Это.
Неплохо. Так, а что теперь? Блин, здесь, конечно, очень подлагивает. Прям очень-очень сильно подлагивает. Так, но мне нужно сюда, да? Что это за здание? Технический терминал, юрты, жилые помещения. Видел их на Мареге 9. Так, живем мы уже в глубине. Так. Так, шорткат открыли. Юртовые казармы. Что-то внутри хочет сделать. Там что-то он отсканировать хочет. Блин, ну надо победить, походу. Enemies nearby. Dad, do your thing. Is he hit? Trigger fingers empty. I don't want him here. In my sights. А, нормально у него пестик, я тоже такой хочу. Рейдерам здесь очень уютно. Здесь очень прикольно то, что за каждый вот этот вот сканер дают хотя бы чуть-чуть опыта. Не просто так их собираешь. Нам понадобится жилая площадь. Дома. Дома? Конечно, вы никогда не были на Мареге 9? Я очень надеюсь, что ты переживешь эту встречу с джедаем. Я сделаю все, что в моих силах, у меня нет причин бояться. Как хорошо должно быть иметь такой пустой череп. А что это за красная штучка? Это красная штучка. Что, кухня? То есть мне нужно идти сюда, что ли, или нет? Да нет, вроде. Это тупиковая комната. Да вроде да. Вот здесь что-то еще есть. Вот здесь есть. Но мне вообще надо наверх. А, подожди, тут наверх надо, как раз это оно. Ладно, сейчас я пойду вот там проверю и вернусь. Enemy's close. Да господи, Иисусе! Close one. Так, мы можем пойти туда, а вернусь ли я потом? Да, вернусь, окей. Not today. Who's next? Taste this. Ай-яй-яй, что-то больно. У меня, кстати, так и не сработали ни разу у ворот. Я не понимаю, в чем прикол.
Почему не сработали ни разу у ворот? У меня никогда не было замедленного действия при, ну, в бою. Не поняла, что за прикол вообще. Он как бы вроде должен работать, но что-то как-то не работает, походу, да? Да ну ни хрена себе, всю игру не попадаю в тайминг. Так, шорткат, окей. Чуть на арену похоже. То есть отбивать и парировать все у меня типа хватает скилла, да? А на увороты нет? Но это странно. Да понятное дело, что самое простое это типа, что я не попадаю в тайминг, но, блин, сложно в это поверить, если честно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сейчас убьют Эльку, убьют Эльку, убьют Эльку. Убьют ни за что, ни про что. Слушайте, а в этот раз, да, дали опыт за бабу с булавой или кто там был. Видимо, если добивает тот чувак, мне почему-то не засчитывает. Значит, им лучше не добивать никого. Понял. А то мне в прошлый раз реально же, да, не дали опыта. Блин, капец, как плечо болит. У меня вчера все, весь день болело плечо. И уже давно, кстати, плечо болит. Не понимаю, какого мохера, как говорится. Вот, потому что я не ношу на это плечо никаких тяжестей. Я вообще в последнее время тяжести никакой не ношу. Почему он тогда болит? Я уже и зарядку ему делаю. Как вы думаете, когда пропали все эти компасы? Мои кредиты на Санка Хри, что? Без шуток, если она отправила Зи в Бактуто, возможно, в этой истории есть еще что-то. Не защемило? Там, может, и защемило. Так, а если я вот тут пробегусь еще, что тут будет? О, блин, а я до сих пор не умею открывать эти штуки. Понятно, потом я за этими терминалами и не вернусь. Это уже конец игры будет 100%. О, а, нет, еще полчаса есть. Я думала, это забыла переключить. Интересно. Значит, мы спасаем Зи, выберемся оттуда, найдем Таналор, а потом что? Я просто принимаю день за днем. Может, что-нибудь придумать с Мэрином? У нее свой путь, у меня свой. Да, я слышал, что джедаи избегают привязанности, но... Правильно. Не забывай, кто ты есть на самом деле. Что это значит? Это значит доверять своему сердцу. Там все остальное становится только хуже. Жизнь драгоценна. И счастье тоже. Если бы все было так просто. Это так просто. Если ты видишь будущее с Мэрин, прими его. Ты не понимаешь, я не могу просто... Боут.
Эй, Клэнкер! Эй, Клэнкер! Сюда! Little further. Perfect. Thanks. Спасибо. I'll look for another way around. Я поищу другой обходной путь. Найди того дроида. And stay alive. И останься жив. Это сделано, чтобы не обузили помощника. Можно спрятаться, а он добьет всех. Он же бессмертен. А так тебе нужно самому драться ради опыта. Нет, так я дралась. Я же дралась все это время. Я снесла 98% хп. И последние 2% он добил своей атакой. Он неплохо бьет. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Вот. И он добил. Но опыта мне не засчитали. Хотя я сбила 98% хп. Вот. Поэтому и странно. Беди нельзя случаем прокачать, чтобы открывал. Видимо, можно будет, но попозже, скорее всего. Сегодня не будем делать перезапуск записи. Почему? Раз стрим до 11. Ну, если стрим до 11, то это еще 2 часа. Будет запись 4,5 часов. Ты уверен? Можно, кстати, сейчас отключить запись и запустить, и тогда она будет норм. Кромик, здорово. Давайте, наверное, так и сделаем. Так, YouTube. Не забываем ставить лайки, подписываться, звать руина, к нам своих друзей. Руина, руина, какая ты руина. Дайте 600, пожалуйста, прапору, пускай он отдохнет. Он, мне кажется, он устал, ему нужно отдохнуть. Отправьте, пожалуйста, молодого на коечку, так сказать. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки, делайте репосты. А мы увидимся с вами уже в новом выпуске.